Конференция старшеклассников «Инициатива молодых» – долгожданное событие для школьников города Иваново. Особенно волнуются кандидаты в депутаты городской ученической думы 5-го созыва. Сегодня решается их судьба. Во время конференции состоятся выборы. Свои заявки направили 27 старшеклассников, которые хотят принимать активное участие в судьбе города и решать проблемы молодежи. Я подала свою заявку, потому что я очень долго состою в органах ученического самоуправления нашей школы, и мне это очень нравится, я очень активна, я участвую во всех мероприятиях школы, вот, и я думаю, что в доме мне тоже понравится. Прежде чем началась самая волнительная часть голосования, депутаты ученической думы предыдущего созыва отчитались о проделанной работе. За 2 года было много проектов, в основном все они носили социальный характер. Предшественники пожелали удачи будущим депутатам в той деятельности, за которую они так активно боролись несколько месяцев. Ребята уже давно выполняют различные задания, у них была предвыборная агитация, предвыборная гонка, они боролись за голоса избирателей в социальных сетях. Сегодня у нас зарегистрировано 27 кандидатов из 22 образовательных учреждений и одного общественного движения. Сегодня ребята представляют свою агитационную программу, а также самопрезентацию. На самопрезентацию у них строгий регламент – 2 минуты. В состав ученической думы может войти до 26 кандидатов в депутаты. Но точное число решит счетная комиссия при голосовании. Шанс войти в состав Ивановской городской ученической думы и проявить себя есть почти у каждого кандидата. Некоторые ребята, несмотря на юный возраст, уже добились больших успехов в спорте, науке и творческой деятельности. Во время конференции «Инициатива молодых» 7 одаренных учеников ивановских школ получили муниципальные премии. Быть примером для окружающих не только почетно, но и выгодно. Любовь Почерникова, Андрей Семилоков, РТВ Иваново.